Мы с вами беседуем в презумпции того, что все зрители знают сюжет и знают вообще эту пьесу, поэтому я сразу перейду к вопросу, почему вы самое интересное, что было у Шекспира, именно пролог, отрезали и сразу начали с укрощения строптивой. Вот сразу у вас, насколько я, если верить сайту, почему... А почему считаешь, что самое интересное? Это самое ненужное. Но кто сказал? Я. Хорошо. Ставлю-то я. Так. Поэтому очень часто этот пролог выбрасывали, театр в театре, пьеса в пьесе, потому что там сюжета нету, раз. Во-вторых, длинновато. Нет, ну там же объясняется, почему стоит задача Катарину выдать замуж раньше, чем ее младшую сестру. Там же вот все... Так это так же все понятно из первых разговоров сразу, что Катарина неважный характер, она вообще страшная стерва, и никто за нее не хочет выйти замуж. Папа большая проблема, потому что Катарина... Вот минуточку, у Шекспира ровно наоборот. Да. Не то, что никто не хочет ее брать, а что у нее планка высокая, и она просто своих угажеров потенциальных, она как бы, принято сейчас говорить, употребляет глагол «грузит». Правильно. Это немножечко... Вы меняете здесь... Нет, я, конечно, меняю, во-первых, но, во-вторых, то, что у нее плохой характер, это написано. Так. То есть у нее невыносимый характер. А планка высокая, это одна из только из черт этого плохого характера. Проблема в том, что человек, который ее писал, жил 400 лет назад. Угу. 500. Поэтому отношение к женщине тогда не было полно высокого благородства. Это надо было... Мы этого не знаем. А, нет, но у Шекспира написано во всяком случае так, что надо было ее, в принципе, сломать. Угу. И в пьесе у Шекспира она становится ангелом. И говорит монолог свой знаменитый о том, что жена должна все время подчиняться мужу, что она должна стоять перед ним на коленях, и только тогда она будет хорошей женой. То есть там вообще логика 16 века. Ну, здесь мы вступаем. В России это трудно понять, потому что у нас женщина еще до сих пор, слава богу, нормальная женщина, в том смысле, что она не хочет свободы, она хочет наоборот. Она хочет, чтобы муж ее холил, лелеял, чтобы она занималась бы детьми. И вообще правильные мысли. Я тоже согласен с такой концепцией. Но сегодня это делать так было бы смешно и довольно странно. Мне было очень сложно придумать ход, при котором это было бы убедительно на сегодняшний день. Да, и поэтому это 20-е годы Италия Муссолини. Не поэтому. Не поэтому? Это просто, во-первых, красивое время. Во-вторых, костюмы времен Шекспира сейчас будут выглядеть чрезвычайно анахронизмом, серьезно. А почему же у вас тогда на сцене есть как минимум один костюм? Ну да, но он специально выглядит как абсурдно. А, понятно. Да, там... То есть это такой акцент? Нет, дело в том, что в пьесе Петруччо, когда он на свадьбу приходит, приходит в идиотском костюме. Угу. И поэтому он рассказывает, что он едет в один сапог, у него такой, ржавая сабля, он вообще... Какой-то он делает, пытается оскорбить всех. Угу. Поэтому, когда он выходит в костюме времен Шекспира, то люди во фраках и в цилиндрах шокированы. Я очень это получаю, так сказать, легло хорошо. Угу. Но дело не в этом. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».